Добрый день, дорогие друзья. Интернет-дневники Кавказского дома продолжают знакомить вас с русскоязычным творчеством Грузии. Сегодня у нас в гостях новый человек, который абсолютно недавно появился у нас в Кавказском доме. Это бард Инга Хубувала. Сценический псевдоним Даду. Наверное, так я буду обращаться к вам в дальнейшем, да? Ну что ж, расскажите что-нибудь для начала о себе, поскольку мы еще практически не знакомы. Какие-то картинки из автобиографии. В первую очередь приветствую вас, дорогие зрители. Здравствуйте. Очень приятно, что я оказалась сегодня здесь. Это для меня очень большая честь. Ну что ж, я родилась и выросла здесь, в городе Тбилиси. Начала писать песни где-то с 13 лет, но до этого меня в семье приобщали активно к музыке. У нас всегда звучала дома музыка, всегда вокруг нас были очень музыкальные люди. И, в принципе, наша семья, она славится исполнителями достаточно известной фольклорной музыки. Соответственно, я не могла не продолжить традицию. В связи с этим, вот так вот получилось, что я начала писать песни, начала исполнять их. Ну вот, вроде бы получается и неплохо, потому что зрителям в основном нравится. Музыкальное образование у вас какое-нибудь есть, интересно? Да, музыкальное образование у меня есть. Я закончила школу музыкальную, семилетку. По классу? По классу фортепиано. Но в какой-то момент я поняла, что это не мое. И как только я закончила школу, я взяла в руки гитару, абсолютно случайно. Это была моя мечта, иметь гитару, научиться играть. И как только я начала играть на гитаре, спустя буквально 4 дня после того, как я выучилась играть, я начала писать песни. То есть я как бы сразу почувствовала, что это мое, и вот первая моя песня была написана спустя 4 дня. А до этого был какой-то поэтический опыт? Да, я до этого писала стихи. Первый мой стих был написан очень давно, это было в связи с событиями 9 апреля. Но я была тогда маленькая, естественно, на меня это очень сильно подействовало, все происходящие события. Ну, как бы на детский мозг это как-то по-другому повлияло, видимо. Что заставило меня, в принципе, написать как бы стих первый. Вот. Ну, потом вот как бы пошло, и я начала писать активно стихи. Я их посвящала любимым людям, маме, тете, родным, близким, друзьям. Но вот писать песни у меня как-то до этого у меня не было опыта. Просто приходили в голову, конечно, разные мелодии какие-то. Я пыталась их на фортепиано наиграть каким-то образом, но я понимала, что это не мое. Вот как только я взяла гитару в руки, вот так сразу как бы само, вот как по маслу пошло, я начала уже активно писать песни. То есть гитара как бы подвела вас? Да, да, больше гитара меня подвела к этому, я поняла, что это мой инструмент. А вот вы сказали только что, что мечтали все время писать песни. Что-нибудь повлияло на такого рода мечту? Да, безусловно, потому что я, как уже сказала, вокруг нас, вокруг нашей семьи очень много было музыкальных людей. И, в принципе, вот человек есть один, который очень сильно повлиял на мою музыкальную карьеру. Это моя крестная, которая сама является исполнителем многих очень известных песен. Она тоже музыкант. И я каждый раз вот как бы с детства слушала ее, я понимала, что да, вот это то, что я хочу делать. То есть как бы мне очень нравилось, как она поет, мне нравился тембр ее голоса. И я хотела всегда быть похожей на нее, петь так же, как она, исполнять так же, как она. И во многом то, что я писала песни, она являлась как бы первым слушателем, первым критиком моих песен. И, наверное, это очень сильно сподвигло меня к тому, что, да, кстати, она тоже играет на гитаре. И вот первый образ, который у меня для меня как бы появился, да, вот человека с гитарой, был ее образ. Соответственно, мне хотелось быть похожей на нее, походить на нее. И, наверное, это очень сильно повлияло на то, что я впоследствии уже мечтала как бы иметь гитару. И вот как раз первую гитару она мне подарила, это была очень красивая, хорошая гитара. И вот первая песня была написана как раз на этой гитаре. Она была первым слушателем этой песни. И вот это потом уже в дальнейшем меня развило. И в дальнейшем, когда она слушала мои песни, она всегда делала какие-то свои комментарии по поводу моих песен. И она как бы технически развивала меня, как правильно писать, как правильно какие тексты подбирать, какой смысл надо вкладывать в тексты. Ну и как бы она меня развила. Ну, нужно уже назвать, наверное, имя этого замечательного человека, да, который так на вас повлиял. Да, это очень-очень интересный человек, это Карина Каграманян.
Моя крестная очень-очень хороший человек, очень интересный человек. Она как бы поет, профессионально поет. Ну, было время, она и на сцене выступала. И я помню вот первый образ мой, когда мне было около 4 лет, у нее был маленький такой концертик. Мне сучили огромный букет роз. Я вот маленькая девочка с этим букетом роз поднялась на сцену, она прослезилась аж. И вот мне запомнился этот образ, и мне, наверное, где-то в уме, наверное, захотелось тоже так же выступать. И сегодня, когда вот я прям помню свое первое выступление здесь, в Кавказском доме, на сцене, я сразу вспомнила вот эту картинку, и мне так стало приятно, как-то очень тепло на душе стало. Я поняла, что вот этот человек очень сильно влияет, до сих пор еще влияет. Несмотря на то, что я уже давно выросла, и она уже, в принципе, не маленький человек, не маленькая девочка, но до сих пор она, вот, я вот когда пишу какие-то песни новые, до сих пор я хожу честно к ней, и до сих пор она слушает и критикует, или там хвалит эти песни, и всегда делает какие-то свои репризы, какие-то свои вставки. Очень хорошо, когда есть такой человек, к которому можно обратиться по такому поводу, и которому доверяешь, да, в его оценке. Безусловно. А скажите, пожалуйста, каким образом происходит написание песен у вас? Я всем задаю этот вопрос. Вот как это случается, знаете, обычно? На самом деле написание песен – это очень интересный процесс. Вот никогда нет такого, чтобы специально вот сесть и написать. Такого никогда нет. У меня лично, как у автора, ну, у каждого, наверное, свое что-то. У меня лично, меня всегда сподвигает какой-то определенный случай. Либо это должен быть человек, либо это должно быть какое-то событие, либо какой-то эмоциональный всплеск. Это может быть положительный, либо может быть отрицательный всплеск. Что-то должно всегда происходить. Мы, люди искусства, всегда как бы видим какими-то картинками, образами видим, да? Либо мы слышим эту какую-то вот ситуацию, мы можем прослушать ее в какой-то определенной тональности, в какой-то определенной мелодии. То есть это происходит по-разному. Либо сначала приходит мелодия какая-то, в дальнейшем уже приходит сам текст. То есть потихоньку-потихоньку приходит текст. Главное, вот здесь самое главное, это успеть записать, да, не забыть. Вот. И потом происходит уже наложение мелодии на текст, либо наоборот, и потом уже происходит коррекция, как уже происходит редактирование либо мелодии, либо текста. Но это обязательно должна быть какая-то музыка. То есть должен быть какой-то образ. И на концертах, когда уже я лично, когда в дальнейшем пою, да, я всегда выбираю для себя какого-то человека, да, и всегда пытаюсь петь для него, для этого конкретного человека, да, как бы интереснее, мне кажется. То есть какую-то пару глаз в зале и все, что делается, да, да, делается. Да, 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 и остальное само приходит, чувства, эмоции, все само остальное приходит. Потому что на самом деле чувство никогда не пропадает, когда поешь. Оно бывает просто разное. Оно всегда присутствует. Ты можешь по-разному петь одну и ту же песню. Вот исполнить ее 100 раз, ты каждый раз ее поешь по-разному. Но не существует такого, чтобы петь песню без эмоций. Я, например, вот всегда... Тем более свою, наверное. Тем более свою, когда ты каждое слово проживаешь заново, ты как будто заново ее пишешь. Это очень интересный процесс. Вот каждое исполнение каждой песни, это как бы заново написание, перерождение этой песни заново. И каждый раз, когда это определенный человек, я же не выбираю одного и того же человека, да, там в зале сидят всегда несколько человек, да, это могут быть разные люди. Всегда ты выбираешь одного какого-то человека, ты как бы чувствуешь этого человека по-другому. И каждый раз ты эту песню пишешь по-другому, ты исполняешь ее совершенно по-другому, заново. И это очень интересно, это всегда чувствуется. Да, это чувствуется. Очень интересное мнение. Все говорят по-разному на этот счет. Или да, такого, да, мнения, честно говоря, у нас еще не было. Ну, вот. Есть любимые музыканты, любимые исполнители? Да, безусловно. Безусловно, есть. Можно услышать. Я думаю, что у каждого человека есть свой любимый какой-то кумир, любимый музыкант. Ну, в моем случае это Лара Фабиан, потрясающая женщина, потрясающий исполнитель песен. Она является также автором своих же собственных песен и текстов, и музыки. Я думаю, что это человек, который как раз-таки очень хорошо передает то, что я пытаюсь передать каждый раз на сцене. То есть она также чувствует свои песни, она также чувствует то, что она исполняет, и также пытается перенести это в зал. Вот, наверное, она для меня очень интересная инспирация, потому что каждый раз я, смотря на нее, я понимаю, как надо выступать для того, чтобы правильно свою мысль и свое действие донести до зрителя. Чтобы зритель не просто слухом воспринял твою песню, а душой воспринял. Как бы, чтобы, ну, грубо говоря, довести зрителя до слез, скажем так.
Вот, у меня вот любимый исполнитель вот такой Лара Фабиан. Хотя у меня есть много других любимых музыкантов. Для меня с самого детства, наверное, я выросла на более старых таких группах, там, как Led Zeppelin, наверное, всем известный, Deep Purple, Queen. Вот для меня Фредди Меркьюри является, до сих пор еще является очень-очень исполнительным, интересным в части вокала, потому что это очень интересный тембр, и каждый раз, слушая его музыку, слушая его песни, я понимаю, что на самом деле вокал человека может быть безгранным. То есть там нет никаких границ абсолютно. Вот. Хорошо. А такой вопрос. Чисто поэзией вы занимаетесь или нет? Или да. Это только написание песен? Не, безусловно, я занимаюсь поэзией. Обязательно я пишу стихи. У меня много очень интересных стихов. Просто я не знаю почему, но я свои стихи как-то не помню наизусть. То есть они пишутся как бы за раз. Вот приходит текст, я просто сажусь, я его просто пишу, я могу просто его забыть. И даже у меня был один очень интересный случай. Когда-то я написала один очень красивый стих. Ну почему я говорю красивый, не поймите, как это похвалу себя и как хвастовство. Просто перечитав спустя много лет этот стих, я даже сама удивилась. Я попала к друзьям, и моя одна очень близкая подруга мне достает стих и говорит: слушай, ну прочитай, пожалуйста, этот стих. Ну я его читаю, смотрю, говорю: слушай, какой красивый стих, я говорю: а кто автор? Она смотрит на меня: что, говорит, реально не знаешь? Я говорю: нет, а ты. То есть вот как бы я реально не могу не помнить свои стихи. Ну я безусловно, я пишу и стихи тоже. У меня есть многие посвящения родителям, уже давно ушедшим. Посвящение дочке обязательно, друзьям, любимым людям. То есть я, в принципе, пишу для всех и для вся. Прекрасно, что это такое разностороннее у нас. А сегодня вот когда будете петь, может быть, прочтете что-нибудь нам? Или ну, тоже не получится? Давайте, если хотите, я могу сейчас прочитать один стих, который я, в принципе, помню наизусть. Это единственный свой стих, который я помню наизусть. Давайте. Да. Стих называется «Молитвенник», очень интересный стих. Он посвящается моей ныне покойной подруге, очень близкой, которая когда-то давно написала мне стихи. Это как бы ответ был автору. Твои стихи для меня как молитвенник, и во имя святых и богов. Шелестит ночью в окнах лиственник, все ища потерянных слов. Слов, что сказаны, недосказаны, перемучено столько сердец. Мы молитвами общими связаны, начало одно и конец. Но читаю я как аллилуйя, с каждым словом надежда живет. И твой лик я на ночь целую, лик, что сердцу лишь радость несет. Достаю из кармана гривенник, на счастье кидаю орла. И стихи твои, что как молитвенник, я всю жизнь читать не могла. Браво. Ну, наверное, раз уж пошли стихи, давай что-нибудь сейчас исполните нам. Несколько каких-нибудь песен, а потом мы снова вернемся. С удовольствием. Погнутый крест блестит на груди. Я вновь хочу поверить чудо, что где-то там, в годах впереди, быть может, счастливо буду. А ты, океан, бейся о берег, и звезды вы мерцайте дальше, ведь счастлив тот, кто вновь поверит. Моя молитва ни о чем, сгорю сквозь годы, как мотыль, и пусть подумать есть о чем, и не исчезнет мысль, как пыль. С каждым стуком сердце стареет, и умирает страстный блеск тот, кто меня сегодня греет. Завтра подарит погнутый крест. Погнутый крест блестит на груди. Я вновь хочу
поверить в чудо, что где-то там, в годах впереди, быть может, счастлива буду. Моя молитва ни о чем, сгорю сквозь годы, как мотыль, и пусть подумать есть о чем. Гасла надежда давно. Осень за мною бродит тенью уныла, ей нету дела, и ей будто все равно. Простите, что я так одинока, что у любви нет дела до меня, что на друзей молюсь я, как на Бога, и что друзья не молятся на меня, что на друзей молюсь я, как на Бога, и что друзья не молятся на меня. Я постарела всего лишь на 5 минут и посидел еще один волосок. Наконец друзья мои поймут, что постарел я, сип мой голосок. Простите, что я так одинока, что у любви нет дела до меня, что на друзей молюсь я, как на Бога, и что друзья не молятся на меня, что на друзей молюсь я, как на Бога, и что друзья не молятся на меня. Я благодарна тебе лишь за одно, за этот взгляд, улыбку и глаза. Ты для меня как сказка, как кино, как мимолетная, минутная слеза. Ты для меня как сказка, как кино, как мимолетная. Благодарю тебя за откровенность и за честность, и за распахнутую душу до конца. В тебе ценю я верность, но и нежность, а также преданность без всякого конца. В тебе ценю я верность, но и нежность, а также преданность всякого конца. Ведь я люблю, когда глаза не плачут, когда улыбка легкая сойдет с уста. И жить мне кажется нельзя иначе, не обладая терпением Христа. И жить мне кажется нельзя иначе, не обладая терпением Христа. Я благодарна, я благодарна. Опоздала осень на свидание всего лишь на каких-то 40 лет, и слышу я мелодию прощальную и недопетый наш куплет. Запоздала я осень, в ноябре ничего не случается,
знаний и пишу эту песню я не тебе. Просто ветер засыпал дождями запоздалая осень. В ноябре ничего не случается. Знаний и пишу эту песню я не тебе. Просто ветер засыпал нас дождями. Одели деревья золотые одежды, и куда-то уходит наша любовь. Но на звезды взираю, как на пик надежды. Открою глаза, и осень вновь запоздалая осень. В ноябре ничего не случается. С нами и пишу эту песню я не тебе. Просто ветер засыпал дождями запоздалая осень. В ноябре ничего не случается с нами, и пишу эту песню я не тебе. Просто ветер засыпал нас дождями. Врагов ты уберег, чтоб в сердце ты моем нашел свой дом, а остальное сделает Бог. Слава молитвы пусть молчат, не дать бы обещаний зря. С тобою сотни говорят, молю тебя, никто как никого, и никогда так страстно не молил, ведь дня хватает тебе и одного, чтоб в небесах 100 лет прожил. Слава молитвы пусть молчат, не дать бы обещаний зря. С тобою сотни говорят, но молча понимаю я. Молю тебя, мой ангел, воплоти, ты веру не гасить пообещай. Грехи земные мне сейчас прости, ну а небесных не прощай. Слава молитвы пусть молчат, не дать бы обещаний зря. С тобою сотни говорят, но молча понимаю я. С тобою сотни говорят, друзья, что могут завтра
отвернуться. Не сломят нас с тобой ни летом, ни зимой. Друзья, что могут завтра отвернуться. Как жизнь там у тебя, со мной или без меня? Быть может, и живешь, и существуешь. Подобно мне, мой друг, забьется сердце вдруг. Твои глаза, а ты мои целуешь. Подобно мне, мой друг, забьется сердце вдруг. Твои глаза, а ты мои целуешь. Ну что ж, было очень интересно. Скажите, пожалуйста, у вас опыт концертной деятельности вообще насколько велик? Он, когда он начался, как он развивался? Каким образом вы вообще к нам попали? Хотя я-то прекрасно имею представление. Ну, хорошо, расскажем зрителям. На самом деле... мой концертный дебют как раз-таки состоялся здесь, в Кавказском доме, что для меня вдвойне приятнее. До этого концертных выступлений у меня, к сожалению, не было, потому что, ну, наверное, не было людей, которые бы меня как бы обнаружили, скажем так, нашли бы. Ну, попала я на сцену совершенно случайно. Есть такой очень интересный и вам известный автор-исполнитель Александр Думбадзе. Мы с ним являемся очень близкими друзьями. Как-то он услышал мои песни, и он сказал: слушай, а почему бы нет, вот ближайший концерт намечается в Кавказском доме, а почему бы нет, давай-ка выступи, посмотрим, что из этого выйдет. И вот мой дебют состоялся здесь, в Кавказском доме, что было очень приятно. Здесь очень теплая атмосфера, очень приятная атмосфера, и мне было очень приятно и спокойно петь. И я поняла, что люди слушают. До этого, ну, в узких кругах для себя, для друзей, наверное, больше, но я видела, что людям это нравится. И люди как бы получают удовольствие от того, что я исполняю, от того, что я делаю. И мне хотелось, естественно, это вынести какие-то широкие массы, чтобы не только там человек 20-25, допустим, услышало то, что я делаю, но, может быть, чуть-чуть побольше. Чтобы люди знали, что на самом деле есть люди, которые поют, исполняют, что-то делают и хотят вот свою какую-то частичку души подарить людям. Я надеюсь, что этот концерт даст вам толчок, и вы, мы уже говорили на эту тему сегодня, займетесь немного увеличением своего репертуара для того, чтобы устроить нам здесь сольный концерт. С удовольствием, обязательно. Хорошо, продолжим. А скажите, пожалуйста, какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать сегодняшний автор, пишущий, поющий? Вы знаете, я вот смотря на многих авторов сегодняшних, немножко разочарована в плане того, что сегодняшние авторы, к сожалению, наверное, забыли, что такое музыка, мелодичность. Сегодняшние авторы, наверное, больше работают на шоу-бизнес. Вы знаете, я как-то сказала, сегодняшний шоу-бизнес – это убрать шоу, оставить бизнес. Сегодняшний автор, наверное, должен в первую очередь обладать музыкальностью. Должен обладать, наверное, вот, скажем так, грамотностью музыкальной, потому что не обязательно заканчивать консерваторию, не обязательно заканчивать музыкальную школу, но обязательно, ну, хотя бы как минимум иметь слух. Многие сегодняшние авторы, благодаря, наверное, каким-то компьютерным развитым технологиям, многие авторы сегодня надеются на какие-то вот эти технологии и иногда поют, ну, абсолютно такую, знаете, очень неприемлемую для меня несуразицу. Я не хочу никого оскорбить, я не хочу никого обидеть, но, к сожалению, это факт. Должен обладать мелодичностью, чувством, должен чувствовать, что он поет. Это не должно быть просто два притопа, три прихлопа и давайте сейчас мы кидать овации. Это не должно быть так. Понимаете, автор, выходящий на сцену, который имеет амбицию передавать свою музыку, он должен понимать, что он передает, какой из своих чувств он передает на данный конкретный момент с данной конкретной песней. Ну, наверное, знаете, и я и зрителя не хочу оскорбить, но многие зрители почему-то повелись на сегодняшнюю вот такую вот прихлопистую музыку, как я это называю, и потерялась на самом деле, знаете, вот потерялся вкус музыки, вот реальной музыки. Вот мы вспоминали Булата Акуджава, вспоминали Высоцкий. Вот это реальный исполнитель, да.
тот же Розенбаум, вот это исполнители, которые до сих пор, ну, взять Акуджаву того же, да, покойного, взять того же Высоцкого, есть люди до сих пор слушающие ее, до сих пор понимающие эту музыку. А сегодняшняя молодежь, она это не слышит и не слушает. Ну почему же? Есть единицы, к сожалению. Есть единицы, к сожалению, единицы есть, безусловно. Вот поэтому, наверное, многие авторы вот как бы повелись, пытаются идти в шаг, вот как бы в шаг в моде, дань моде отдают. И пишут совершенно не то, что, наверное, и хочется тоже писать. Но не пишут, потому что... Уже даже и не получается. Уже даже и не получается, наверное. И уже даже и не слушают. Я иногда слышу, знаете, вот сейчас много очень телевизионных проектов. И я слышу много талантливых людей, которые выступают, и реально у них очень интересные голоса, очень интересные данные, но из-за того, что опять-таки дань моде, их заставляют исполнять, ну, абсолютно такую несуразицу, просто диву даешься, думаешь, ну как же так, вот такой талантливый человек, ну как он ведется, как он это поет, ну это тоже не его вина, это, наверное, вина больше продюсеров, больше авторов вот этих проектов, которые заставляют их, наверное, это петь. И очень обидно, что много талантливых людей как раз-таки теряются на этом фоне. Так что я думаю, что самый главный критерий – держать свою марку, свой стиль, не терять этот стиль. Если ты мелодичен, ты хочешь передать свое чувство, не бойся, передавай. Не пять, так три человека тебя послушают, а три человека – это уже общество. Ну что ж, Даду, из всего предыдущего уже сказанного, услышанного, я делаю вывод, что мы с вами точно подружимся. Обязательно. А скажите, пожалуйста, что такое любовь, на ваш взгляд, как вы относитесь к этому, как вы это понимаете? О, любовь... Я бы сказала так, любовь – это каждая нотка, которая звучит из струны. Невозможно любовь передать словами. Любовь надо передать чувством, надо передать тем, чем можешь, то, как можешь. Можно миллиард слов сказать, можно миллиард каких-то фраз произнести, но не смочь передать суть самого чувства. Ну, некоторым это удается все-таки. Может быть, и я, например, преклоняюсь перед такими людьми, которые могут это сделать. Ну, я, наверное, пока еще не дошла до такой высоты. Единственное, чем мне удается передать, это любовь свою, наверное, это чувством, это эмоции, это вот теми же струнами, это той же музыкой, теми же нотками, теми же каждой буквой в словах, которые я пишу для любимых людей, или же конкретно для какого-то любимого человека. Любовь – это непередаваемое ощущение. Параллель любовь-творчество как-нибудь имеет место быть? Да, безусловно. Без любви невозможно писать. Я думаю, что любой человек, который что-то создает и связан как-то с искусством, он, наверное, не сможет не любить. Знаете, я думаю, что каждый человек, который как-то связан с искусством, он вечно влюблен, вечно любит, вечно в поисках каких-то своих чувств. Иначе невозможно передать без любви то, что ты хочешь сделать, то, что ты хочешь передать. Невозможно написать картину красивую, да, невозможно... исполнить какую-то песню, если ты просто исполнитель песен. Невозможно написать какую-то песню, если ты еще и автор этих песен, да? Я думаю, что любовь, она присутствует везде. В параллели с ненавистью, конечно же, но ненависть – это немножко другое чувство, это немножко, скажем так, другая тема. Ну, я думаю, что каждый человек, который что-то делает, связанное с искусством, должен и обязан любить. Прекрасно. Ну что ж, а скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали напоследок, допустим, нашим слушателям, нашим согражданам, почитателям вашего таланта, себе самой, в конце концов? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Ну, в первую очередь, давайте начнем вот с Кавказского дома. Я пожелаю этому дому, наверное, как и любому другому дому, развития, роста, прибавления членов семьи в этом красивом доме. Зрителям я пожелаю побольше хороших авторов и исполнителей, чтобы было что слушать, чтобы было, ну, скажем, на кого равняться всем остальным, у кого когда-нибудь появится желание самому исполнять. Себе самой я, наверное, пожелаю побольше писать песен, потому что это то, в чем я себя вижу в будущем, и, наверное, еще дальше и дальше это будет развиваться. И, ну, в общем-то, и людям, и стране, и всем я желаю, в первую очередь, наверное, вот опять-таки, может быть, банально будет сказано, но мира, потому что сегодня такая ситуация везде вокруг, реально мир нужен.
И побольше, как говорится, вот как мы уже сказали, любви. Потому что без любви ничего не существует. Ну что ж, очень такое быстрое, к сожалению, четко произнесенное интервью у нас сегодня получилось. Большое вам спасибо. Очень редко с кем получается вот так найти какой-то контакт, кто спасибо не менжуется вам перед камерой, прекрасно, красиво отвечает на любой поставленный вопрос. Благодарю. Успехов. Приходите еще, если определитесь с каким-нибудь концертом, презентацией новой песни. В общем, будем держать контакт. Обязательно. Спасибо вам. Вам спасибо.